Разрабатывается новый закон о противодействии коррупции. Сегодня этот вопрос обсуждался на региональном антикоррупционном форуме Карагандинского областного филиала Народно-демократической партии «Нур Отан». Какие еще немаловажные вопросы затронули партийцы, в материале Даны Марат. В ходе форума председатель областного филиала Народной демократической партии «Нур Отан» Абельгазы Кусаинов подвел итоги работы филиала по реализации программы партии по борьбе с коррупцией. В том числе были обсуждены вопросы по реализации государственных программ, направленных на социально-экономическую модернизацию Республики Казахстан. В основные определения коррупционной деятельности входят следующие преступления. Серьезные преступления 52,6%, традиционные установки 21%, аморальное поведение 13%. Как видим, коррупция воспринимается большей частью населения как серьезное преступление и проявляется в виде мздоимства, вымогательства, злоупотребления должностными полномочиями. О законе противодействия коррупции подробнее рассказал депутат Мажилиса парламента Республики Казахстан Нурлан Абдиров, который является одним из разработчиков нового законодательства. Основной акцент в этом законопроекте делается на предупреждение, на профилактику. И начинаем мы с того, что с антикоррупционной экспертизой описывает этот механизм самих нормативно-правовых актов. Это не только обязательное требование, но как его делать качественно. В рамках форума также прошло награждение победителей конкурсов на лучшее освещение и всестороннее раскрытие мероприятий по борьбе с коррупцией и лучший пост партийного контроля. Отличившийся глава области наградил грамотами и медалями. Дана Марат, Балжан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.